зашли прям вообще. Короче, последний день лета. О чем тут? Когда ты видеоблогер, человек идет такой, что-то говорит, а ты такой, да, пошли вы все, я на камеру снимаю, да? Ну, гениально. Когда твой друг видеоблогер, ты, у тебя, вернее, нет друзей, когда ты видеоблогер, да? Но мы не видеоблогеры, я просто отброс другого вида. Да, короче, что-нибудь надо поумнее придумать и снять. Мама такая, говорю, мам, давай мы купим мне самокат. Она такая, да ты грохнешься через 5 минут, после того, как ты на него встанешь. Вот, а потом мы пошли в магазин, тихо, ну, мы не пошли, мы шли мимо него, и я такая, ну, мамка такая, ну-ка, позырь на самокат. Офигенные истории. Вот, и вот, нам в класс должны были прийти один мальчик и девочка. Одна. И один трансгендер. Ты умеешь бегать, а я нет. Что лучше, шрамирование, самобичевание? Или татуировки? Что лучше? Шумерно. Почему? Своего рода БДСМ. А. Больно. БДСМ. Думалось, да? Да. А потом... А, нет. А потом... Фиг тебе! Левел нига. Левел нига. Левел нига. Левел нига. Левел нига. А вот я не сказал Real Nigga. Сбилось все, нет? Нет? Ну ладно. Да ему все пофиг. Тут просто говно на башке прям у человека. Говно на башке у человека. Да. Кошмар, ты представляешь, прям как жить ему? Течет ужас, фу, нет, блин, фу нафиг. Где говно такое? Блин, никакой человек этот не будет доволен, особенно Егор или Никита, или, я не знаю, Юра, или... Другой Никита. Короче, отсылки ко всем. Вообще не очень любит говно. Владик вот ваш тоже. Да, Владик. То надо познакомить с кое-кем. Но я не буду говорить с кем, потому что, ну, блин, это неадекватно. Как все плохо. Вот все плохо, да? Угу. Потому что... Мало отсылок к Егору и Никите. И мало отсылок еще к кому-то. Надо еще придумать отсылки специальные, запиловские. Баба сюда смотрит. Она могла сюда посмотреть. Жара такой. Подожди, зум надо использовать. Пам-пам. Я ставлю сюда грустную музыку. Угу. Получится, что на всех видосах я начинаю. Снимаешь бабу? Блин, баба сюда смотрит. Она могла сюда посмотреть. Жара такой. Подожди, зум надо использовать. Пам-пам. Я ставлю сюда грустную музыку. Угу. Получится, что на всех видосах я начинаю.